Зацепил моего голубя. Зацепил. Вот. Шестое мая. Зацепил и унес. Унес. Я вот камеру взял, вот поднял, вот хотел и унес, двоих поднял, кого забрал. Не знаю. Зацепил вот, гнал вниз и уже этот момент увидел, когда цепанул, пока включил вот камеру. Второго не вижу. Второго не вижу. Вот, выпустил всех во двор. Сгонный. Вот, молодежь. И вот голубка взлетела на крышу. Вот. И ее самец пер и в небе подымал. И белая, молодая. А вот она, вот она, вот она, вот падает. Вот падает. Неужели первого забрал взрослого голубя? Вот как раз прилетел. Первого забрал. Взрослого голубя забрал. Вот этой голубки самца забрал. Вот такой гон, друзья, здесь. Вот такой гон. Очень быстро прилетел. Вот. И как этих молодых гонять? Этих вообще перещелкает. Надо тех сюда голубей, сказочников, которые там от сапсана уходят, еще что-то. Пусть приезжают сюда, погоняют. Вот, посмотрите. Нашуганная вся голубка молодая. В общем, первого забрал, который гонял я. Две зимы гонял. Сколько атак он видел. И в итоге все равно, видите, забрал. И это матерый голубь уже был. Сейчас там некоторые персонажи напишут. Не борешься, ну сколько возможно. Сколько возможно там кормить сокола. Да хочу этим людям сказать, да откуда вы знаете, борется, не борется. Здесь, я вам так скажу, бесполезно. Тут хоть 50, хоть 100 голубей будет. Все вот так по одному заберет. Вот, смотрите, на шубниках дергается. Забрал взрослого голубя. Видимо, уже птенцы вылупились. И будет бить конкретно до конца. Птенцов кормить надо, соколу.
Тут их много, друзья, поверьте. Вот, ее самца забрал. Вот ее самца забрал. Вот молодой воркует. Ну как гонять, как? Как гонять? Начал ворковать, вот первый раз увидел, по зеленым кольцам. Очень обидно. Так тренируешь, начинают время показывать. А потом, оп, забрал и ушел. Идем. Очень-очень обидно. Надо тем сюда со своими суперовыми голубями. Так. От сокола уходит. Для сокола надо, чтобы еще и вдобавок подымались голуби, а не крыши вышибали. Ну, наверное, умные голуби понимают. Надо, чтобы с такими умными, повторюсь, я как-то говорил в ролике, чтобы этими умными голубями посоревновались, посмотрели, как они там насчет лета, насчет долголета, насчет высоты. А то только зациклились. Хищник, хищник, хищник. Кроме этого больше нету. Вот как. Как гонять. Бороться бесполезно. Атакует и атакует сапсан. Не знаю, вот голубятники вот смотрят, которые есть знакомые голубятники, которые с моего города. Пусть позвонят, пообщаются, посмотрят. Тот, кто, конечно, гоняет голубей, и спросят, как здесь сокол, атакует, не атакует. Что тут, чего? Они все вам расскажут. Только с тем условием, тот, кто гоняет, а не тот, кто в вольерах держит. Вот, красавчик. Очень интересный пескон вышел. Первый раз такой. Вышел. Желтая шея, но немножко нечистая. И бурохвосты. 12-перый. Ну, я показывал как-то. И одногнездка. Вышел. Многоперый. Самец многоперый. А голубка 12-перная. Перая. Сейчас покажу, где. Ну, вот-вот. Скажете, что 17 перьев. Ну, может, перелиняет. Чуть-чуть будет пошире. Вот такие вот дела, друзья. Всегда поднимаешь голубей на измене. И думаешь, кто ж из них не сядет. Много раз хотел бросать, уже держать голубей, если честно. Ну, толку что. Но вы сами знаете, это зараза. Очень заразно. Так вот, минус один. Вот воркует самец, красавчик будет. Вот, голубка, вот она взрослая. Это его сестра, ее сестра, его, говорю. Вот мама, вот этого. А режу, друзья, почему голубей?
есть линии голубей, которые у меня там самцы по одному остались. Вот на всякий случай страхуюсь. Остальных, конечно, да, буду гонять. Просто хочу на всякий случай оставить, чтобы не потерять эти линии. Сами видите, что творится здесь. Посмотрим, год на год не приходится. В прошлом году вот где-то с начала июля перестал так атаковать часто. И где-то до середины сентября, то ли до конца августа прилетал, но не так часто. А позапрошлом году атаковал вообще целый год. И июль, и август. Не знаю, посмотрим, как в этом году будет. Спасибо, друзья, спасибо, что вы смотрите. Спасибо. Я всем благодарен. И кто хорошее пишет, и кто плохое пишет. Конечно, плохого меньше. И зачем плохое писать, если даже что-то не то? Можно просто промолчать. Надо быть добрее. Всех благ вам, друзья. Хорошие птички чистого вот такого неба. Ну что сделаешь? Это природа.